Добро пожаловать на просмотр нового видео. По обнове пикапа и дате выхода этой обновы появилась новая информация. Новость будет касаться обновления ландшафта, а точнее новых текстур, травы и деревьев. Для сравнения, вот так сейчас выглядит местность, а будет выглядеть примерно так. Почему примерно? Потому что разработчик не может определиться, поработать над этим делом еще или вообще отказаться от этой затеи. Даже проведен опрос в группе. Как оказалось, 5% игрокам новые деревья не понравились вообще. Интересно, почему? Следующие 24% за то, чтобы разработчик еще поработал. Ну и 71% игроков считают, что все шикарно. Лично я проголосовал за то, что все топ. Единственная трава выглядит как бумажная аппликация, но в то же время издалека она выглядит пышно и плюс-минус реалистично. Ну а теперь о дате выхода обновления. Один из игроков задал этот вопрос, и разработчик дал ответ: пока не скоро. Ну, вы и сами все поняли. Устраивать бомбежку в виде комментариев со словами «а когда или скоро ли будет обнова» будет максимально глупо. Ну а что думаете об новой местности, пишите в комментариях. И да, проголосовать вы сможете в группе, ссылка на которую уже в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.